Летняя битва. До плановых технических работ 9 августа в период ивента увеличено время пребывания в подземелье острова Неистовства с 1 часа до 2 часов. В подземелье острова Неистовства можно получить предмет «Сундук Неистовства». Позволяет получить следующие предметы списка. Магический пергамент 3 штучки, магический пергамент 5 штук, магический пергамент 10 штук. Также кристаллы до 300 штук позволяют с неким шансом получить следующие предметы. Улучшенный кристалл до 15 штук, от 5 до 15. Камень жизни, благословенный камень. Камень духа, благословенный камень духа. 300 кристаллов, это охрененно. Дух лета. До плановых технических работ 9 августа в период проведения ивента при охоте на монстров по всему Адену с определенной вероятностью выпадают предметы энергия духов. Энергия духов. Где можем создать разные предметы. Реликвия энергия каждый день до 3 штук. Зелье развития один раз в день. Сундук духа лета. Позволяет получить заряд души 100 штук, кристалл до 1000 штук, от 100 до 1000. Улучшенный кристалл от 10 до 50 штук. Камень жизни от 1 до 2 и камень духа от 1 до 2. Их можно крафтить ежедневно. Прикольно. Это крафтится ежедневно. И руда духов бесконечное количество штук. Но это в конце ивента, когда будет подходить к концу ивент. Просто накрафтить, не забыть все руды духов. Фрагмент рецепта создания редкого оружия. Фрагмент рецепта создания редкого доспеха. Также вот видим остров Неистовства. Но я бы туда не ходил. Ну я туда давненько, то есть не ходил. Но так как теперь... Там выпадают эти сундучки с кристаллами, за которые можно апать соски разные. На аккаунт до 3 часов можно взять. Также разоренный замок и логово Антараса. Карты класса высокого качества один раз. 5 на аккаунт и Агатиона 5 на аккаунт. Подарки духа. До плановых технических работ 9 августа. В период проведения ивента каждый день 12 часов выдается подарки духа. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Но если верить графику ниже, подарок выдается в 9 и хранится до 12 часов. Потому что в 12 часов там выдается еще с прошлого ивента подарок. Я думаю, будет в 9 часов. Выдаваемые подарки. Энергия Энхасад 1000 единиц. Энергия духа 10 штук. Зелье развития 1 штучка. Также можете видеть график ивентов. А теперь кратко о обновлении. Добавили новую печать. Печать дуэль. Доп. Урон в ПВП. Точность ПВП. Шанс двойного урона. Это уже подойдет не для ПВП. Увеличение урона от оружия. Увеличение урона от умений. Давай мы апнем, что у меня тут есть. 15 тысяч кристаллов. Плюс 1%. Уже круто. О, второй уровень. 50%. Ну, 4. Всего 4. Дальше 8. 11, 30. Переходим на третий уровень. Я сильно рано радуюсь просто, то что оно сейчас будет колоссально просто расти. Просто сейчас 70, 140, 140, 210. Жесть ты, Вася, Виталя. Это улучшенный кристалл. Это не обычный кристалл, а улучшенный. А я уже такой, нихера себе, что это сломалось. Чешу, блин. Понимаете, не спал просто уже, наверное, недельку с этими ивентами всякими там. То в танках ивенты.
то Кент там позвал в скам поиграть, то еще что-то. Час в день сплю, вообще голова не варит, короче. Записи победы, символ славы, ключи победы. Создается 30 штучек записи победы. Так, дальше. Добавлена функция приоритет использования части умений с большой дальностью действия, чем обычные атаки. Двуручный меч, жестокая бойня, кинжал, отрава, токсин, теневой шаг. Максимальное число использований эликсиров изменилось с 10 на 15. Теперь цвет фона иконки книг умений соответствует ее рангу. Максимальное количество ячеек в сумке изменено с 320 до 340. Проплатить алмазами, да? Угу. Добавлена функция автоматической настройки звукобоя. Настройки, да? Настройки, настройки, звук. Расширенные настройки. Автопереобразование. Интересно потестить. Ладно, это все нововведения, что есть. С вами был Розе. Всем до новых встреч.